Хабиб Нурмагомедов делает тренировку силовых ударов в АК, American Kickboxing Academy. До встречи в Бразилии у Хабиба остается всего несколько дней, 12 дней. Хабибу очень нравится тренер, который с ним работает. Очень уважаемый пожилой человек, который великолепно ставит силовые удары. Хабибу не хватало ударки силовой, вот он ее сейчас получает. В American Kickboxing Academy к каждому, кто готовится к бою, относится с вниманием, находит его слабые стороны и улучшают их до сильных. Это всегда удивляет соперников. Вы видели бой Веласкеса, он удивил до Сантоса. Он переиграл до Сантоса в кикбоксинге. Тренер, который занимается тем, что ставит силовые удары Хабибу, сейчас с какой-то целью опрыскивает холодной водой Хабиба, ледяной водой. Как вы видите, это полное удовольствие для Хабиба. Это имеет определенный смысл. Хабиб, тебе нравится здесь? Только тебя не слышно и не видно, когда ты говоришь. Хабиб говорит, что этот тренер лучший. Это знаменитейший тренер, который воспитал много чемпионов. Это Хабиб, следующий чемпион, который у нас проходит школу.